Понад 300 адміністративних послуг, тисячі відвідувачів щомісяця. Сучасний сервіс – такі досягнення Центру надання адміністративних послуг Кам'янського. ЦНАП перетворився на прозорий офіс. В одному місці можна отримувати увесь спектр затребуваних послуг – від адміністративних до соціальних. Про роботу центру сьогодні поговоримо з директоркою Департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міськради Мариною Гурською. Вітаю вас, Марина. Вже встигли переглянути ваш центр. Він чудовий, сучасний. Розкажіть, будь ласка, скільки надаєте зараз послуг і які з них найбільш затребувані? Добрый день, спасибо большое за оценку нашего ЦНАПа. На сегодняшний день в нашем ЦНАПе мы предоставляем 415 услуг, из них 308 – это административные услуги, и 107 – это муниципальные услуги, к которым относятся социальные и коммунальные услуги. Вы знаете, сказать вот о востребованности услуг, они все действительно востребованы, но, скажем так, учитывая то, что в нашем ЦНАПе работает электронная очередь, то мы можем дать правильную оценку всему происходящему. И действительно, самые востребованные, мы тоже такой анализ проводим, это выписка-прописка с места регистрации жителей нашего города, это то, что происходит постоянно, и как бы очень много обращений наших граждан по этому вопросу. Также, естественно, востребованы это и недвижимость, регистрация недвижимости. Сегодня мы не работаем с биометрическими документами, а также они являются востребованными в обычном режиме, не в карантине, когда мы работаем по услугам. Поэтому достаточно большое количество обращений наших граждан. И у нас на территории нашего города, мы сейчас с вами находимся в нашем центральном ЦНАПе, также у нас работают два филиала. И было принято решение в 2015 году, в декабре, мы открыли после ремонта современный ЦНАП, в котором вот сегодня мы находимся с вами. И после того, когда мы увидели ту нагрузку, то есть то количество людей, которое обратилось за услугами в наш ЦНАП, мы нашего города, было принято решение о создании двух филиалов в городе, в нашем городе, так как город разделен территориально на три как бы части. Які послуги можна у вас отримати за принципом єдиного візиту? Это услуги, опять-таки, регистрация места проживания. Это услуги, также мы выдаем и обмен прав, и выдача новых, не новые права, а именно после смены фамилии, там еще каких-то данных, тоже права, это тоже происходит, и как бы сразу человек пришел, мы оформили документы, и в течение там часа выдаются уже новые права. Еще какие-то там вытяги там и так далее, какие-то справки, это все тоже выдается сразу же после обращения граждан. Зараз ще триває карантин. Як ви працюєте в умовах карантину і як та коли збираєтеся переходити до звичайного графіку роботи? Да, сегодня мы работаем в таком необычном для нас режиме. Мы работаем в графике, мы работали все время, то есть мы не закрывались на карантин, мы работаем постоянно. Мы работаем в графике, сократили время работы. Это мы два раза в неделю в обычном графике работаем с 8 и до 20:00. Сегодня мы работаем с 8 и до 17 ежедневно в будние дни. Суббота, воскресенье, выходной. А так мы работаем еще и в субботу. Сначала, когда объявлен был карантин, количество людей было минимальным, но они все равно были. На сегодняшний день люди уже как-то почувствовали более свободный режим, и поэтому с каждым днем увеличивается количество тех людей, которые обращаются. На вашей сторінці у Facebook я прочитала ще з початку карантину, що збільшилася кількість онлайн-звернень. З яких питань зверталися онлайн під час карантину? Можливо, особливо були популярні якісь послуги? Во-первых, конечно же, вот онлайн, мы тоже этого как бы ждали, как вот люди отреагируют, потому что мы очень давно работаем с платформой iGov, и более 100 услуг можно предоставить в онлайн-режиме. Но как-то люди не очень активно раньше, вот до карантина, делали такие заявки. А вот в момент карантина как раз вот стало понятно, что люди активны, у нас есть комплексные услуги, которые мы оказываем в ЦНАПе. А сейчас вот мы
готовимся к переходу на e-малятка, это на платформе Dia, где тоже можно будет в онлайн-режиме получить по рождению ребенка вот данные услуги. Наскільки мені відомо, то ваш СНАП є таким новатором. Багато цікавих ідей, проєктів, і, зокрема, один з них – це мобільний офіс. За допомогою саме нього можуть отримувати послуги вдома люди з інвалідністю. Розкажіть більш детально про цю послугу. Да, знаєте, ми гордимося тим, що ми являємося розробниками цього проєкту. Ми самі розробували його в 2015 році. В результаті цей проєкт пішов і шагає по всій Україні, і сьогодні многие громады пользуются мобильным офисом. В принципе, мы его создавали и делали для того, чтобы была возможность решить проблему с людьми, которые не имеют возможности передвижения, то есть малоограниченные, то есть это инвалиды. И вот, в принципе, цель была такова, чтобы мы могли, если они не могут прийти к нам, то мы должны прийти к ним. И нам удалось это сделать. Мы тоже очень переживали, но при поддержке нашего мэра, который всегда он нас поддерживает, ну, мы всегда работаем над какими-то социальными вопросами и проектами, он нас всегда поддерживает, этого много стоит, потому что действительно при этом, при такой поддержке у нас и получается все. И я хочу сказать, что сегодня в нашем городе мобильный офис нам очень помогает. Вот сейчас в условиях карантина, к сожалению, эта услуга не оказывается, и востребованность есть, люди звонят, спрашивают, когда мы начнем работать, и мы заявочки принимаем и, безусловно, включимся активно после того, когда сможем работать уже, смягчение будет карантина, мы обязательно обслужим всех тех людей, которые нам уже подали заявочки. Мы обслуживаем маломобильные слои населения, мы обслуживаем людей, которые находятся на стационарном лечении в больницах, в стационарах нашего города, которые, к сожалению, не могут прийти о жизненной ситуации, то есть есть необходимость в этих услугах. Также мы обслуживаем пенсионерам, которые нуждаются в этом. Еще это большая возможность, то есть у нас есть громада наша, это Карнауховская громада, которая сейчас присоединилась к городу, но и раньше мы обслуживали, это было удаленное рабочее место администратора, и мы обслуживали, чтобы люди не ехали оттуда, а по месту, по графику тоже определенному мы работаем там. И сейчас, учитывая, что в ближайшее время, вернее, в первом чтении уже закон этот принят, про административные послуги, там змін дуже багато, мы сможем заключать договора с громадами сел, городов, которые находятся рядом с нами, и, ну, вернее, сел, да, там, вот, и сможем их обслуживать, поэтому мы готовы, у нас все для этого есть. Скільки ще місяці або щороку ви надаєте послуг саме за допомогою цього мобільного офісу? Ну, я могу сказать так, что более 3000 граждан нашего города, которые обращаются к нам за этой услугой. То есть кто-то разово, кто-то неоднократно. У центрі працюють офіси комунальних і соціальних послуг. Наскільки часто зараз туди звертаються і який перелік послуг для доступний для людей? Да, вы знаете, вот уникальность, я считаю, нашего ЦНАПа, о которой мы говорим, это то, что мы просто смотрим всегда, наша команда, мы смотрим на все услуги с позиции потребителя этих услуг. И вот таким образом мы пришли к тому, что создание вот на базе ЦНАПа офиса, сначала у нас открылся офис коммунальных услуг, мы заключили меморандумы о совместной работе с, во-первых, с нашими предприятиями городскими, коммунальными, которые работают в нашем городе. И также нам удалось заключить, это было очень непросто, но тем не менее у нас получилось это сделать. Мы заключили такие же меморандумы с монополистами на рынке услуг в нашем городе. Мы с ними работаем, они присутствуют в нашем ЦНАПе. И получается, вот 2 года назад мы открыли офис социальных услуг, что тоже дает большие возможности для граждан при получении каких-либо документов оформить тут же справки. То есть раньше нужно было пойдите туда, сходите сюда. Сейчас все, человек приехал и по одному адресу получил комплекс услуг и в результате получил услугу, за которую он пришел. Поделитесь, что еще можно ожидать в ближайшем часе? Каких новаторств от вас? Вот как раз сейчас мы уже подготовили такую наработочку наших моментов, то есть будущих проектов. И я думаю, как только будут сняты карантинные все
как бы, моменты. Я обязательно согласую эти все вопросы опять-таки с мэром, потому что только после его поддержки это реально осуществлять. Мы работаем постоянно над оптимизацией услуг. Вот я не сказала, отвечая на предыдущие ваши вопросы, но вот один из моментов, скажем, чтобы было понятно, вот что я имею в виду, что такое оптимизация. Вот в 2016 году еще мы внедрили такую услугу, и она тоже как бы очень удобна и очень комфортна для тех людей, которые касаются. Эта услуга по предоставлению таких льгот участникам боевых действий или членам их семей, по предоставлению льгот по коммунальным услугам. То есть до внедрения этой нашей услуги, то есть участнику боевых действий, либо же члену его семьи, необходимо было обращаться во все коммунальные службы, в военкомат, в другие социальные службы для получения тех или иных справок, в результате которой давали возможность получить льготы. Мы все сделали. Сначала мы столкнулись с некоторыми препятствиями, и такое было начало очень сложно, но тем не менее потом мы доказали, что все это возможно и все это работает. То есть сейчас участник боевых действий либо член его семьи обращается к нам в ЦНАП. Один раз пишет заявление, а дальше мы делаем все за него сами. И на выходе он получает СМС уже сообщение о том, что услуга эта предоставлена, то есть льготы предоставлены. Таким образом, мы работаем над другими услугами. У нас есть и уже давно мы сделали пошаговую такую наработку по вопросам земельным. Но пока еще мы не смогли притворить это в жизнь, потому что есть ряд законодательных актов, которые мешают нам внедрить это все. Но это хорошая оптимизация услуги, то есть это ускоряет и процедуру и так далее. То есть, опять-таки, это то, что людям нужно. Чудово, то, коли багато є ідей і планів. Дуже дякую за змістовну бесіду. Сьогодні про роботу ЦНАПу Кам'янського ми говорили з директоркою департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міськради Мариною Гурською.